Я сейчас подойду, подожди. Я тебе. Ебать! Волош, одна крыла! Да что за хуйня? Да волош, одна крыла, смотри! Вот, короче! Ты что за мировая война, нахуй? Да ты смотри, там все бух... Вообще! Какой он, да? Так это, нигде не видно же было, ну что? Что за... Ну смотри, стекла все повыбивало. Все равно волной выебало. Выдавило. Да что-то, блядь, так волной-то куда? Взорвалось, блядь. Так вот, смотри. Слышишь, грохот, блядь, по-моему? Охуеть. Потому что так как прилетело, и сейчас так чуть-чуть. Люка метр, там прям вверх. Не, нет. Ну, там, там... Метр, ракету, может? Ну, там что-то светилось, может, так ярко светило вначале. Блядь. Автомат не снимай. В кабинете все попадало со столов. Надо. Меня чуть со стула с кабинета не сбросили. Вот, так вот здесь попадало. Тоже так подпрыгнули сейчас. Ну не пай, смотрите, рамы все погнули. Так вот, смотри. Что это? Что это? Ну, его знает. Из Челябинска же, да? Это я только по радио слушал, знаешь? Главное, чтобы день нормальный.